тогда еще не знал, не знал мальчишка я, что предстоит нелегкая судьба моя, что рано посидеют волосы мои. Вернусь домой, загар измученной войны. И я стою перед калиткой у дверей. Чем мне ее открыть, когда я с тайною своей? Откроет мать и прокричал, обнял меня. Еще не понял, что инвалидом стал уж я. Я прокричу, как ранним утром журавли, от перелетов поле крылья все в крови. Ну а мое крыло уже не залечить. Стою без рук, и в этом некого винить. Я прокричу, ведь мне так хочется кричать. Кому я нужен, я не хочу всех огорчать. Ни матерей и всех, кого я так любил. Ко мне афган несправедлив. И что мне делать в этой жизни, как мне быть? А как хотелось мне когда-то полюбить и быть любимым, завести семью. Но лучше к Богу и пожить в раю. Но в рай не пустят, ведь я грешен был. Чужие жизни забирал, а сам при этом жил. И вот наказан я на долгий срок. Мне жизнь преподнесла святой урок. Я прокричу, как ранним утром журавли, от перелетов поле крылья все в крови. Ну а мое крыло уже не залечить. Стою без рук, и в этом некого винить. Я прокричу, ведь мне так хочется кричать. Кому я нужен, я не хочу всех огорчать. Матерей и всех, кого я так любил. Ко мне афган несправедлив. Я прокричу, как ранним утром журавли, от перелетов поле крылья все в крови. Ну а мое крыло уже не залечить. Стою без рук, и в этом некого винить. Я прокричу, ведь мне так хочется кричать. Кому я нужен, я не хочу всех огорчать. Ни матерей и всех, кого я так любил. Ко мне афган несправедлив.